Хочу вас заверить, что все свои жизненные опыты. Всего сердца хочу поздравить вас с назначением на высокий пост, который прошел очень интересно, потому что перед вами непаханное поле в каком-то смысле. Сегодня я имел честь вручить верительные грамоты о назначении меня чрезвычайным полномоченным послом Украины в Республике Армения. Я заверил президента, что приложу все силы, свой жизненный опыт, дипломатический опыт для развития взаимовыгодного двухстороннего сотрудничества между Арменией и Украиной и сосредоточу также усилия на укрепление братской дружбы, традиционной, которая подкреплена историей. Я подчеркнул также, что нас связывают очень честные узы дружбы, сотрудничества. У нас в Украине проживает более 500 000 граждан Армении, которые работают во всех сферах деятельности нашего государства. Это аграрный сектор, строительство, промышленность, коммерция, банковские дела, наука, культура. Мы также сегодня говорили о том, что нам надо возобновить и очень серьезно улучшить экономическое сотрудничество. У нас есть большой потенциал, поэтому мы определили основные направления, по которым можем работать. Это IT-технологии, это пищевая промышленность, это аграрный сектор, учитывая возможности Украины. Мы, естественно, хотим работать, используя нашу индустрию, тяжелое машиностроение. Мы не исключили, конечно, культурно-гуманитарное сотрудничество, проведение культурных мероприятий, обмен нашими студентами, сотрудниками науки. То есть мы выходим из того, что у нас есть большие возможности улучшить, более предметно сосредоточить наши усилия на конкретных направлениях. Я думаю, что с учетом вот такой взаимной поддержки, которую я почувствовал уже первые дни пребывания, Министерство иностранных дел, и сегодня мы сможем восстановить и расширить хорошие двусторонние отношения.